Популяцию благородных оленей восстанавливают в Пинском районе. Здесь они обитали более 70 лет назад. Когда-то благородного оленя на Полесье истребили. Сейчас ситуацию решили изменить. 2 года назад в Пинские леса из Налибокской пущи и Литвы привезли 65 особей. Правда, сегодня встретить благородного оленя – большая редкость. У него отличный слух, и держится он подальше от людей. Местность для благородного оленя является оптимальной, так как здесь есть массивы леса с перелесками. То есть он может здесь себя очень хорошо чувствовать, как выходить на поля для кормежки, но также в случае для отдыха он может спокойно уходить в лес. Когда будет достигнута оптимальная численность благородного оленя, это позволит нам проводить охоты на данный вид, что в свою очередь позволит нам привлечь как белорусского охотника, так и иностранных туристов. Сейчас охота на благородного оленя в регионе запрещена. Его оберегают не только от браконьеров, но даже и от хищников. Уже к зиме здесь ждут новое пополнение. Еще 40 оленей привезут из национального парка Припятский. Чтобы животные чувствовали себя комфортно, для них отвели вольер в 9 гектаров. Когда они освоятся на новом месте и создадут семьи, их выпустят на волю. В Беларуси сейчас обитают около 15 тысяч благородных оленей. Больше всего в Гродненской области.